честно мы глазели партии свои. Очень мы хотели вникнуть в отдали, но порой Галинов на свою беду распевал с Мариной партию нету. Вскоре после нашего возвращения в Москву из Атена пришло письмо хору имени Жоржа Брассенса. «Дорогой Александр, в вашем лице Отен принимал пусть маленькую, но красивую планету Москва. У вас прекрасный ансамбль. Я счастлив, что пригласил его. Какое замечательное явление. Слушая вас, я думал, вот посланники французской культуры в Москве. Благодарю вас за участие, за вашу деятельность, за совместную работу. Это было не просто для ваших певцов, но, думаю, взамен они открыли для себя новый музыкальный язык. Это важно. Надеюсь, вы сохраните добрые воспоминания о поездке. После Нанси вы открыли Отен, новый город с иными традициями. Отныне у вас здесь есть друзья. Вы вернетесь сюда. Я буду рад снова увидеть вас. Директор фестиваля «Музыка в Марване» Марсель Корнелю.